Одесситы умеют говорить спасибо красиво и со вкусом. На доме, где жил писатель Михаил Жаботинский, появился его портрет. Это первая работа в рамках реализации украинско-израильского проекта Art Speaks History. Всего на создание муралу художницы Леси Вербы ушло около 4 дней. С первого разговора об идее до утверждения эскиза в Израильском институте Жаботинского ушло около 7 месяцев. Отмечу, что Жаботинский известен как идеолог сионизма, создатель Еврейского легиона и подпольной организации Иргун, которая занималась защитой еврейских поселений от нападений арабов. А в Одессе на Базарной 33 прошли ранние годы автора.